А у нас работают наши партнеры, наши друзья, которые сегодня отмечают свой самый, один из самых лучших праздников в году – День российского предпринимательства. День предпринимателя в Центральном парке культуры и отдыха стал для жителей отличной возможностью познакомиться с широким спектром товаров, выпускаемых бизнесом, работающим в нашем городском округе и в двух соседних – в Лосино-Петровском и Фрязино. В парке расположились выставочные столы как ведущих предприятий «Щелково хлеб», «Аграхим» и других, так и среднего и малого бизнеса. Праздник организовали активисты торгово-промышленной палаты городского округа Щелково. Мы считаем, что проведение подобных мероприятий очень важно, архиважно. Дело в том, что люди, большинство граждан и горожан города Щелково порой даже не знают, что та или иная продукция производится на территории городского округа Щелково или Фрязино, или городского округа Лосино-Петровский. Это мероприятие стало итоговым на неделе предпринимательства, в рамках которой проходили встречи и обсуждения для совершенствования работы бизнес-структур в округе. Всего в парке были представлены выставочные стенды более чем 120 предприятий и организаций. Показать, что пожарных пригодно для дыхания среде без помощи бензореза и всяких бензоинструментов могут скрыть любую дверь. При помощи такого инструмента, называется он ИРАС, он забивает промежуток между дверью и косяком и спокойно вырывается. Участвовали в показе своей продукции и образовательные учреждения. Они предлагали посмотреть разработки, которые были созданы студентами в учебных лабораториях. Мы его поставляем в учебные заведения. Дети на уроках труда там или на уроках информатики или какие-то дополнительные кружки. Они их собирают. И, соответственно, потом после того, как пройдут уроки в симуляторе, будут допущены к настоящим полетам и смогут полетать на дроне, который сами собрали. Для привлечения жителей к делу, которое сегодня важно всем нам, был представлен агитационный стенд, приглашающий мужчин поступить на контрактную службу в армию. Приглашаем всех желающих обращаться в Щелковский военкомат. В любой день вы можете прийти, пообщаться, вам расскажут все условия. И специально для таких людей по субботам в 11 часов мы собираем семинар, где каждому подскажем именно по его теме, какие есть проблемы, чем мы можем помочь, какие перспективы вообще. День предпринимателя получился очень насыщенным и запоминающимся. Как можно больше рассказать о своих товарах и услугах постарался каждый. Как для взрослых, так и для совсем юных участников мероприятие стало настоящим праздником. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.